Нет войны! Нет войны! Нет войны! Нет войны! Нет войны! Повторяю, уважаемые граждане! Нет войны! 5 марта 2022 года введена в действие норма статьи 20.3.3 КОП Российской Федерации, ответственность по которой предусмотрена на действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации. Нет войны! Нет войны! Нет войны! Нет войны! Нет войны! Нет войны! Нет войны!